Клуб смешанных единоборств «Арта» из Рязани известен далеко за пределами региона как кузня сильнейших спортсменов, а также клуб единомышленников, воспитывающих истинных патриотов и настоящих мужчин. Вот уже не один год организация проводит в регионе собственные турниры. В этот раз битву силачей приурочили к форуму древних городов. Наш турнир 11-й по счету, и однозначно он прогрессирует, это радует, но это должно быть. Вот. Будем надеяться дальше продолжить в том же ключе. Надо отметить, что к нам подсоединяется все больше друзей, люди, которые поддерживают спорт, люди, которые хотят видеть в своем крае ребят, которые показывают результат. И самое главное, оказывают пример молодежи. И эта молодежь приходит в спортзалы, уходит от дурных привычек. В общем, так. Наша задача в этом. Среди интереснейших боев вечера схватка рязанца Алексея Будрина с евграфом Березовским из Владимира, где оба соперника показали красивую технику, динамику и упорство. Особой любовью публики неизменно пользуется Виталий Косицын, профессиональный боец UFC, харизматичный и перспективный спортсмен. План был такой: выйти, переехать, выиграть. Опыта у меня больше. Во всех аспектах я лучше. Регалии и все прочее у меня на высшем уровне. И сам я на высшем уровне уже дерусь. На таких турнирах я должен просто переезжать. Ну, выиграл единогласным решением судей, как бы все забрал, все мое. Главный бой вечера – Илья Спиркин, Рязань, Василий Зубков, Санкт-Петербург. Гость – профессиональный боец 39 лет, с более чем 30 профессиональными боями за плечами. Несмотря на стартовый натиск рязанского спортсмена, опыт все же взял свое. Супер просто, как бы, я был приятно удивлен, как бы, класс, мне даже не передать. Одна из лучших организаций, дай бог, что проводились они почаще, на воздухе. Я, как бы, больше предпочитаю ударку, но борьба у меня больше получается. Заметьте, я в партер никогда не иду, я же не лезу в партер, они лезут в партер. В очередной раз турнир собрал огромное количество зрителей от мала до велика. Азарт борьбы болельщикам передался сполна. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».